Добрый вечер, и как всегда в конце недели говорим о департаменте городского хозяйства. Но на этой неделе хотелось бы еще сказать об одном значимом событии. 15 мая мы объявили тендер на закупку 14 новых современных на 100% низкопольных вагонов. Эти вагоны совместно с нашим «Одиссеем» и «Одиссеем Макс», это которые мы собираем на наших вагоноремонтных мастерских, в будущем и лягут в основу маршрута «Север-Юг». Еще раз повторюсь, это будет это подвижной состав большой вместимости, это сочлененные вагоны, абсолютно новые и современные. Хотелось бы отметить, что закупаем их за счет денег Европейского инвестиционного банка, и то, что достаточно быстро нам удалось дойти до финиша, до объявления тендера, говорит о доверии городу, в первую очередь, со стороны европейских институтов. Ну а теперь вернемся к нашему городскому хозяйству. Все мы помним, что все-таки мы еще живем в это реалиях, это карантина. Сейчас масочный режим, многие люди носят маски. И мы задумались о том, а что же делать с использованными масками, как их утилизировать. Если говорить о наших сотрудниках, то все маски, халаты, которые мы собираем в конце рабочей смены, мы их отдельно сжигаем. Мы понимаем, что в миллионном городе ежедневно выкидывается очень большое это количество масок, которые тоже надо бы утилизировать. Именно поэтому сейчас возле всех домов ЖКСов это появляются специально выделенные баки под сбор этих масок. Также такие баки будут это появляться во всех парках нашего города, ну и в знаковых общественных местах, где есть большое скопление людей. Ну и еще одна, на мой взгляд, важная новость – это то, что наши ЖКС опять-таки стали намного ближе. То есть сейчас вы можете оставить жалобы и это пожелание не только в официальном это порядке через письма, а вы можете оставить нам сообщение через социальные сети. В каждом ЖКС сейчас есть на Фейсбуке их личный аккаунт, где вы можете оставлять сообщения, фотофиксацию, это пожелания и те моменты, на которые, по вашему мнению, мы должны обратить особое внимание. Мы же со своей стороны будем внимательно рассматривать все эти сообщения, выполнять поставленные задачи, и заявителям будут высылать фотофиксацию о выполненных это работах. На сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю. До свидания.